Всем мое почтение, друзья. И вот в ночь с 20 марта на 21 в Киеве произошел обстрел российскими оккупантами. Вы вдумайтесь, не какого-то там военного объекта, как они нам упаривают, а торгового центра в микрорайоне Виноградарь в Подольском районе. По сути, месте, где когда-то звучали детские голоса, когда-то там проходили много акций, мероприятий. Это было очень популярное место. А сейчас это разрушенный, уничтоженный российскими оккупантами торговый центр. Хотел бы выразить свои соболезнования родным, близким людей, которые погибли во время этого обстрела. А тем, кто пострадал, хотел бы выразить свои соболезнования также и постареше, чтобы ликвидировали последствия этого теракта, который совершил, я считаю, лично Владимир Путин, отдавший приказ бомбить и обстреливать мирные города Украины. Надеюсь, что скоро это все прекратится и все восстановится. Увы, только людские жизни не восстановить. А Путину хотел бы пожелать, чтоб ты, собака, был на месте этого торгового центра в следующий раз.